На каком направлении вы сегодня занимались? Сегодня я занималась на 3D-моделированием. И вот, смотрите, что я сделала. Я сделала свинку. Вам понравилось на сегодняшнем занятии? Очень понравилось. Хотелось бы повторить еще раз. На 3D-принтере печать – это интересное направление? Да, довольно интересная вещь. Что бы вы нам хотели пожелать на будущее? Ну, чтобы еще больше учеников об этом узнало, особенно маленькие дети, потому что это более интересно. Я хоть и в 11 классе, но я себя чувствовала как маленький ребенок от учеников. И как этот мальчик. Большое спасибо. Спасибо, до свидания. Всего хорошего. Я принимала участие на мастер-классе по космическим технологиям. Я узнала много о спутниках, о новых космических понятиях, о том, какие элементы есть в спутниках, какие датчики работают и какой функционал они выполняют. Я увлекаюсь астрономией, я считаю это очень интересно. Это большой вклад в науку. Большое спасибо.